Всем привет! Вы на канале Рецепты в гостях у Вани. И сегодня я хочу показать вам, как приготовить очень вкусный, полезный вегетарианский суп чечевицы. Это бобовый, который очень полезный, еще известный с древних времен. Содержит очень большое количество полезных веществ и гораздо меньше жира, чем в горохе. И, кстати, красная чечевица готовится гораздо быстрее. Из-за этого я ее выбрал, потому что хочу приготовить очень вкусный, полезный, насыщенный суп, который отлично подойдет для всех, кто на диете, спортсмены. Мне понадобится лук, морковь, сельдерей, примерно одна луковица, и все одинаково нарезал мелким кубиком. Использовал красный перец, и специй у меня сегодня будет соль, чеснок, лавровый лист, паприка, чили-порошок, немного зелени, также соевый соус и масло для обжарки. Этот суп готовится очень быстро, вы меня просили, и я решил показать вам, потому что он готовится буквально 30 минут. Все зависит от того, как вы любите овощи. Я люблю, чтобы они немного хрустели на зубах. Если вы любите разваренные, можете поготовить чуть дольше. В общем, давайте сразу приступаем к подготовке супа. Я готовлю суп сразу в кастрюле без сковороды, потому что так быстрее и нету лишней посуды. Наливаю немного подсолнечного масла и добавляю сразу весь лук. Пассирую лук на средней температуре примерно 3 минуты, а в это время рекомендую промыть чечевицу под проточной водой до того момента, пока вода не станет полностью прозрачной. Замачивать чечевицу не нужно. Вот как у меня сейчас выглядит лук, я добавляю морковь и сельдерей, а также чеснок. Еще буду обжаривать примерно 2 минуты. На этом этапе добавляю специи. У меня сегодня чили-порошок и паприка. Можно экспериментировать со специями, но я люблю добавить красного цвета. Хорошо подходит сюда также зира. Очень важно добавить томатную пасту и обжарить ее примерно 1 минуту, для того, чтобы она открылась. Примерно 1 столовая ложка будет достаточно. Хорошо перемешаем и обжариваю минутку. Добавляю промытую чечевицу. Примерно 1 чашка на 3 литра воды. И добавляю горячей воды. Если вы хотите не вегетарианский суп, можно добавить куриный бульон. Я обязательно заливаю горячей водой, чтобы процесс готовки не остановился. Потому что если налить холодную воду, очень долго будет все закипать. Уже по желанию, какую концентрацию супа вы хотите. Я использую примерно 2,5-3 литра воды. Добавляю перец и соевый соус, а также соль. Соевый соус усиливает вкус, но соли тоже нужно добавить. И, кстати, лавровый лист у меня здесь еще остался. Примерно 2 столовые ложки соевого соуса. Посмотрите на этот цвет, какой красивый суп уже получается. Эта текстура великолепная. А также соль, примерно 1 чайная ложка. И варю примерно 30 минут до готовности чечевицы. Пенку можно снимать для красивой презентации. Вот такой супчик у нас сегодня получился. Прошло примерно полчаса, он загустел. Очень хорошо подойдет в зимний период. В холодные деньки рекомендую, особенно для всех тех, кто на правильном питании. И всех, кто на диете, потому что такой суп очень-очень полезный. И сейчас добавляю зелень. У меня сегодня укроп на финальной стадии. Хорошо перемешиваю, суп готов. Обожаю такой супчик, очень входит в пятерку моих самых любимых супов. Напишите в комментариях, кстати, если вы уже готовите суп чечевицы, как вы его готовите, какие ингредиенты добавляете. Кстати, сегодня я не добавлял картофель, потому что такой суп очень вкусный без картофеля, без лишнего крахмала. Но можно также добавить, это уже на любителя. Вот такой он густой, это просто сказка. Очень-очень наваристый, здесь и мяса не нужно. И финальный шаг, рекомендую добавить немного зелени. У меня сегодня кинза. Укропчик у нас уже в супе есть, а кинза еще больше откроет этот суп с чечевицей. И осталось его только попробовать. Очень вкусный. Очень рекомендую приготовить такой полезный, дешевый, быстрый приготовление суп. Вам обязательно понравится. Яркий, ароматный, а главное, очень полезный. Это просто не передать словами. Все специи хорошо соединяются и очень-очень вкусно. В общем, друзья, не забывайте готовить супы. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч. Пока!